Боевые навыки, наверное. Что? Знаешь пустую пещеру к западу отсюда? Есть у меня идея, как извлечь из нее пользу для нас обоих. Я хочу оборудовать ее для кое-каких местных видов. Я могу оборудовать пещеру или для фруктоядных летучих мышей, или для грибов. Летучие мыши иногда будут оставлять там целые фрукты. Что вы выбираете, грибы или летучие мыши? Я бы грибы выбрала. Давай грибы. Мышей здесь и так навалом. Отлично, прямо сейчас пойду и все сделаю. Это займет немного времени, спасибо, что разрешаешь. Ну вот и узнали, для чего пещера. Это которая вот здесь рядом, да? Да. Пойду дальше рыбачить. На следующий день уже купим. Кого? Удочку. Можно я тогда пойду и оформлю? Конечно. О! Если пойдешь, то возьми задание. Я телепортом хочу воспользоваться. Медная руда, 20 штук найти, 240. Я не за медной рудой иду, я за железом. А это там... Там из простых камней тоже выпадает. Ну это так, очень удобное задание. Ну удобное делай. Для тебя, я имею в виду. Если я пошел бы в пещеру, то я бы взял бы его. Медной руды для клинта. Опять? Угу. Он же только что просил. Ну, то он что захотел. Пусть сам съедет, блядь, я дрочит. Ага, сколько, смотри, сколько ягод валяется. Что за беспризорные ягоды? Интересная история. Где-то ставил, что ли? Ну, видимо, где-то наелся. Тебя благодарит. Чёртова руда, бля. Ты зачем? Ты можешь это с последнего уровня идти. Так в последнем нет медной руды, там только железная. Она с простых камней падает. Я могу ошибаться, но вроде она в последних тоже падала. В простых камней. Не знаю, я простые бью, блядь, никакой руды нет с них.
Да иди не парься, не сделаешь и не сделаешь его. Ладно уж, взяла, надо сделать. Спустись на самый нижний уровень, просто посмотри, будет падать, не будет. С 5 уровней пройди. Но он здесь не падает, я обычно и долблю, и что-то только камень. А где здесь спуск? А что, все? Здесь нет спуска почему-то. Не очень понимаю почему. Деревянная дубина выпала. Дубина? Да. С подземного этого рыльщика, блин, как. Душная. С покемона, который. Угу. За щеку. Такая тяжелая рыбина. Угу, она за нее дает много денег. Возможно. Смотри, в следующий раз. Все, вас ждет клиент. Я к нему уже не успею, поэтому... На следующий день пойдешь. Угу. Блин, мне почему-то процесс ловли здесь нравится. Где вся железная глинруда?
Что дубина делает? Дубина 9-16 урон. Но у нас 9-17 скорость, поэтому я продаю дубину. За соточку. Кстати, еще рыбалкой добываются эти другие материалы. Другие материалы? Очищенный кристалл, например. Это самая главная ткань. Может, она как-то еще добывается, конечно, может, из животных. Скорее всего. Хочу побрить. Собирайся домой. Угу. Я здесь недалеко, у меня 2 часа. Ладно, последний раз ставлю. Час. Угу. Ну-ка. Двигайся. Yes. Да. О, новый рецепт скатит сокровищ, пробку, плавок. Сейчас за несколько дней тебе на лошадь накопим. Что там, дыня кому-то нужна была? Да. Ой, моя дынечка. Так, что-то мне подсказывает, что лучше больше не сажать растения, иначе все пропадет. Потому что скоро осень. Да, ты права.
Осень, самое красивое время. Я не смогла железо найти на последних уровнях по какой-то причине неведомой. Очень странно. А, вас ждут клиенты, точно. Принесите дыню. Это тоже дыня. Нужна свежая дыня. Да. Сейчас ему самую говёну отдам. Рамы всех. Четыре дерьмовых дыни. Хочу, чтобы искусство рыбацкое вымерло. А, не хочу, поэтому... Плачу 160 золотых рыбаку, который выловит такую рыбину, сардину, 4 штуки. Рыбку можно будет оставить себе. Хорошо, поздно. Как раз там и половлю. Они с причала видели, ловятся. Понимаешь, мне такие задания нравятся, когда нужно что-то принести, но тебе обратно отдают. Так, покупаю. Иридиевая удочка. Ого. Старую продать не могу. Так, еще мне нужен... Три сардины. Рыболовная снасть. Немного увеличивает размер вашей полоски. Рыба не ускользает во время ловли сокровищ. Также слегка увеличивает шанс найти сокровища. Это которая новая твоя моднявая удочка? Не, это здесь можно еще дополнительно снасти рыболовные. Получи искатель сокровищ, еще возьму снасти. Все. Все, получила 240 денег от чувака этого. Я сейчас буду. Теперь пойду дым относить. Ого, смотри, какая полоска. Бля. Я столько забросил, сразу заклевал, даже среагировать не успел. Ну и где? О, вон идет. Подожди! Съесть? Нет. На, дыню. То, что нужно, спасибо. Будет очень сложно ее не съесть. Дал денег. 550? Ну ладно. Не зря дыню вырастила. Ага. Мэр сказал, что садоводство его хобби, то есть садоводство. То есть ему можно, может, какие-то семена подоить. Ну, типа, чему он там рад? Усач. Ну-ка, допустим, сейчас еще найду.
Так, блин, по какой причине сок не идет? Загугли. Может, надо рубануть это дерево? И оно не рубится. Блять. Может, оно только весной идет сок? Ну, это, кстати, вариант тоже. Хотя мы летом. Или там осенью когда? Нет, точно не осенью, осенью он замедляется. Ну, самый смак весной, да, летом, летом тоже может быть. Блин, тупо пиздец, сардин 100-500. Теперь ни одной. Одни барабульки его. Блин, как эта шляняга называется? Которую мы сок собираем. Сока что-то там. Подсочник. О, она предназначена еще и для грибов. Подсочник? Да. Для добычи товаров повесьте подсочник на дерево, и он начнет производить древесный сок. Так. Ну, все. Типа, ничего нету в нем. Не понимаю. Как я должна узнать, есть в нем что-то или нет? Подсочник. Нет, он. Почему он, блядь, не работает? Ебала. У меня ловушки не работают, крабовые. Подсочники работают даже зимой. А, время 6-7 дней, блядь. Сосновая 4-5, но у меня уже 4 прошло. И ничего не... А, подожди, сосновый, по-моему. Ну-ка. Ты на сосновый повесил, да? Если это сосна. Да, это сосна, но он тоже пустой. Я не понимаю, блять, как это должно работать. Тут, ну, уже прошло до хрена времени. Больше, чем 5. Почему оно не работает? Подсочник не работает. Пишу, что лучше мышей было выбирать, потому что грибы вообще бесполезное говно. А когда это писалось? Не знаю.
А типа из фруктов, которые мыши делают, там кучу всего можно крафтить. Блин, уже 5 нитей подряд один мусор. Где моя рыба? А где ее удочка? Типа мусор вылавливает. Не, она фигачит нормально. Мусор фигачит нормально. Я уже с ней столько этих сокровищ выловил. Штуки 4, наверное. Отпусти. Нам нужна обычная медная руда или можно ее крафтить? Ты можешь даже продать, наверное. Зачем? Думаю, ее не будет продать. А зачем вообще нужна медная руда? Ну, в смысле, вот слиток. Вроде мы ничего из него не делаем. Может его дороже продать, чем еще? Из него делается этот... твоя разбрызгивалка. Из меди? Один слиток, по-моему, меди, один слиток того. Да. Сколько у нас слиток железа? 15 всего лишь. Да. Уж. Мне нужно штук 100, наверное, будет для моей задумки. Слиток дворфов 3. Ох, как менялый Наутилус. И алмаз минерал. Все, я возвращаюсь. Я пока ничего сажать не буду, подожду конца лета. Да. Ты, блин, в прошлый раз посадила. Да я тоже посадил, и на следующий день все сгорело нафиг. Угу. Дары земли. Во многих городах перед главным магазином вывешен календарь. Так можно узнать, что и когда происходит в вашем городке. Не забудьте... Спасибо. Очень интересно. А как разрушить? А, ну, наверное, твой дом не разрушить будет. Так, пойдем спать. Все, беги. Надо было в твой войти. Ладно, мы или мы его успеем. Да. Тебе что-то не нравится? О, за 3 дыни 750? Это мало? Это дохрена. Офигеть. Так они долго, они же долго растут. Очень, они все лето росли, блин. У меня еще есть семена дыни, кстати говоря. А, 9. Так, окаменелую амфибию мы, по-моему, уже отнесли, да? Угу. Да.
Я пойду сюда дворфов отнесу. Третий. А что делать? Вот у меня их два. Один я отнесу, а второй останется. Что со вторым делать? Продавай. Не помню, нельзя продать. Ну, попробуем. Я в центре. В центре. Я тебе сейчас передам две вещи. Скинешь туда. Ладно. Ага, возле люка. Подожди. Да. Блин, ни одной сардины не поймал, представляешь? Блин, тут дойти было сам мог идти. Ну. Почему мне не кликается? Встань на платформу. Привет, находки музея. Ага. Свиток дворфов не могу, уже такой походу есть. Да, синий. Забрать подарки. Картина. Хо-хо. Потом, короче, перебирайся ко мне жить. У меня там будет картина. Я прям сразу нервный. Неписи иногда здесь останавливаются, на тебя смотрят. О, да это ж моя любимая, спасибо тебе. Я ему перец подарила. А если я ему кукурузу подарю? Уже получил сегодня подарок от вас. Так они же по два подарка получают. А, дед! Стартанул, блин. Странно. Ну ладно. Короче, дед сказал, что его любимая это перец красный. Смотри, на меня уже двое смотрят. Перец красный пошла. Я синий. Тут, короче, требуется помощь. Охотник на слаймов для истребления студней в морозных глубинах. 4 штуки, 340 вознаграждения, так что... На обратном пути пойдем, заберу это задание. Ну, то есть, как бы оно дорогое, и всего лишь 4 слайма убить в морозных. Только именно в последних уровнях, наверное, лучше зеленых колотить. Не хочешь кофе? Хочу. Ну, а что так долго думал, кстати? Подозрительно. Ну-ка. Поясни. Я ловлю рыбу. Я напряжен, сосредоточен. Раз сосредоточиться. Неужели сейчас, чтобы ничего один NPC будет сидеть, смотреть, как я? Они все, короче, вокруг тебя собрались. Нет, не прошло. Угу. Привидение улетает за километр. Так долго бить его. Ой, с него рыба упала. А!
Пятнистый криворот. О. Он так это скакал долго. Думала, он ускачет. Прикол. А, меня обосрали. Короче, независимо от того, какую ты, ну, в каком направлении пойдешь, все будет тебе деньги приносить и плюс-минус. Можешь жить, даже другим не заниматься, наверное. Вас ждет Льюис. А кто, напомню, Льюис? Льюис — это мэр. Да, блядь, сраный слайм. Странно, почему я вообще железяк не вижу? Да, фигни камни. Слайм все-таки успел сбить. Льюис — это мэр, ты уверен в этом? Да-да-да. Да, точно. Полотлава. Мистик и ворот. Где ты, не хочешь вот это? Блин, он тоже получил. О, чувиха, не хочешь вот это? Скорее всего, он скажет, что за говно мне дали. О чем ты вообще думаешь? Это ужасно. Что, всех клеишь, что ли, подряд? Нет, я ему мусор просто сплавляю с кармана. Льюис, ты где? Он сейчас, скорее всего, пошел в салон. Там в салоне вечером много народ собирается. Ладно. Допустим. Нет, тут никого нет. Дальше. Они только-только день заканчиваются рабочий. О, железную руду нашел, представляешь? Сокровище. Это ты там что-то сгрыз? Угу. Звучит так, как будто я зубы ломаю. Орехи колешь. А вот, а, нет, это не мэр, это кузнец. Допустим, я к нему сама пойду. Да, вот он. Все, 349. Thank you.
Ну-ка, интересно, человек там грибы-то вырастил. Посмотрим. В пещере? Угу. Да. Ага, шампиньон. Сейчас ворую его, все грибы здесь. Надо было летучих мышей. Сморчок. Я думаю, не стоит заморачиваться. Сейчас последний раз закидываю удочку и бегу домой. Ноль-ноль. А я здесь уже, да. Все, я завалился спать. Я тоже. Ну-ка, насколько я наловил? Да, другое, это что такое, вилка? Это хвост скелета. Да, ты там на 5000 наловил. Ну это за 2 дня. Not bad, not bad. Не хочешь это прогуляться до дна? Пойдем. Что такое полью? О, мои тыквы выросли. Да. Что опять мне прислал? Ждайте награду лучший сосед. Вместе с премией. 500 рублей премии. Спасибо. Рада сообщить вам, что статья о вашей ферме появится в трибуне Долины Старги. На следующей неделе. Поздравляем, ваш быстрый рост впечатляет. Что-то у меня руки замерзли. Виноград у кого-нибудь есть? Козочкам хочется 240 за доставку. Одну штуку, да, у нас есть виноград, так что я пока приму, на обратном пути сделаю. На следующий день сделаем. Да. Угу. Так что тоже возьми, я тебе там тоже возьмешь виноград. Угу.
Я первая, первая. Че ты еще подождал, блин? Еще соревноваться надо. Не с тобой. Почему? Дух, короче, соревнования в тебе мертв. Да нет? С чего вдруг? А с чего вдруг, да? Хорошо, хоть за махание мечом не забираются там. Станина, да. Бедный. Где выход? На камни денег наберем, блин. Там копейки стоят. Благо здесь, ну, короче, выходишь с подземелья. Нашел. Иди сюда. И как бы заходишь обратно, даже не выходя вообще из шахты. Ну, там все заново спавнится. Блин, да почему нету же... А, вот, один железо. Выход слева, да. Блин, у меня энергии ноль. Почти. Уже? Я потому что поливала стояла, блин, 10 лет. Поэтому у меня и я и пришла сюда, блин, с 20% остатком энергии. Тебе нужно было. Потому что полив очень много забирает энергии. Поэтому мне нужно железо, чтобы сделать поливалки. Алмаз. Ой, есть железо одно. Я там еще кучу раскопал. Ой, выход выше. Я думал, там просто не было еще. Не, я там была. И давай я покопаю. Давай. Убиваю. Блин, нам уже оружие надо нормальное. Тут, кстати, много. Ого. Чуть все потемнело. Пока не сранчил будет прилетать. Где нет? Так, решетка на стол. На лестницу. Летучие мыши стали прилетать. Со звездочкой. Слайм. Сейчас из него что-то выпадет. Сапог какой-то классный. Ну-ка, что за сапог? О, слеза. Сопля Игдрасиля. Защита и иммунитет. А у нас сапог 2 защиты, 1 иммунитет. Надену-ка я синие сапоги. Или хочешь, тебе могу. Да нет, они что, лучше, чем то, нет, у них защита меньше, но иммунитет чуть выше. А что иммунитет дает? Не знаю. Поэтому я и напалила. Внизу. Да. Что? Где? Или ты? О, чуть такое там черное лежит. Мне кажется, это монстр. Ну, давай проверим. Ой,
вот подобного типа. Я заблудился. Не заблудился, я, короче, далеко ушел в эту спираль. А, это мышь спала. Эй, я застрял. Застрял? Ладно, вниз тогда. Сундук. Кристальный нож. Ну-ка. Что он делает? Он 4-10 урон, шанс крита и сила крита. Ну-ка попробую с ним походить. Плюс 5 вес. А что вес дает? Без понятия вообще. Не знаю. 60-й у нас еще. Ого, их еще больше и больше становится. В смысле еще больше? Ну. А, вижу. Да. Ну-ка я попробую здесь рыбу плавить. Пока дальше там пойди. Да, хорошо. Мистер Криворот. А, он тебе попался. Короче, ждать этот шанс крита. Блин, меня сейчас почти убили. Фигня. Потому что если бы можно было быстро наносить... убивают! Не хочу умирать! Блин, смотри! Да, вижу. Иди домой. Короче, говно этот кристальный нож, потому что если бы они не отлетали, еще, может быть, имело бы место. Но из-за того, что они улетают, и ты делаешь один удар в 100 лет, и как бы, ну, тут сам понимаешь, хрень. Поэтому, ну, в жопу, я лучше... тамплиерный нож возьму, тамплиерный меч куплю потом за 1 000 000 денег возле коня. Блин, коня же еще кормить надо будет чем-то, наверное. И чем? У меня для него есть только водоросли и трава, которую я нарубила. Он будет есть траву? Как вот нажать на этот знак вопроса? Это означает, что тебе задают вопрос, а не... Я тоже пытался на него нажать. Смысле, блять? 0.20, какой тук-тук? Что он делал? Очень прикольно. Так, мой челик, короче, ляжет спать пораньше, потому что он подыхает. Это где-то.
А. Все, возвращайся. Тут пока чайник. Фермерство, навык лейка, мотыга, а плюс один к навыку обращения с лейкой, то есть типа меньше, ну... Стамина тратится, наверное, меньше на единицу. Ой, все равно буду взять лейку. Железный забор, катка и обычная влагосохраняющая почва. У-у-у. Сама можешь ее делать, да? Отлично, да. А катка для чего? Для соления, что ли? Ты можешь ее лошадь теперь купить. Сейчас, давай только паузу сделаем. Да, давай. Ты что там еще 10 тысяч наофармил? Да.